И как о нашем футболе, это о нашем футболе как о покойнике. Либо хорошо, либо никак, надо говорить. То есть есть вещи, которыми мы гордимся, то есть хоккеем гордимся, мы гордимся КАМАЗом, который побеждает каждый раз в гонках, мы гордимся нашими дзюдоистами, борцами, мы гордимся, ну, много чем гордимся на самом деле. Вот. А футбол, то есть мы каждый раз вдыхаем, как вот сейчас, а потом раз и как-то... Ну нет, не получилось. А что получится-то? С чего, если у нас с 1900 там какого года не получалось-то? С чего вдруг сейчас получится? Понимаете? Это вот чудесный тут Яшин, о котором все вспоминают. Я даже не... Это было... Яшин, я теперь, мне трудно сказать, он был до Сталина или после. Понимаете? То есть я могу допустить уже, что он был и до революции, возможно. Потому что иначе почему? Мы когда-то побеждали, а потом резко перестали. Вот. Я бы на самом деле перестал на него надеяться просто. Ну, какой-то нету, ну, нету в этом просвета. Вот. И, знаете, еще замечательная такая была, то есть, по-моему, Пеле сказал когда-то нашей команде, которая пыталась исправить свою игру, он сказал, говорит, зачем вы пытаетесь сделать лучше то, что делаете плохо? Делайте еще лучше то, что делаете хорошо. И понимаете, и это полностью относится к нашему спорту. Давайте делать еще лучше то, что мы делаем хорошо. Забить на этот футбол, понимаете? И играть в хоккей, где нас никто пусть не побеждает в этом мире.